Эй, всех приветствую на канале Рухингер, с вами Денис, Готик Архалос, прохождение новой части. Вот остановились мы где-то вот здесь, возле пещер, точнее в пещере, на болотах. Это шахта. Это шахта, вот здесь у нас ждут скелеты-лучники, которых мы побеждаем, но правда не без урона, ну ладно. Сейчас будем двигаться дальше в направлении. Так, старый лук. Руна телепортации. Друг арбалетчика. Короче, тут арбалеты у нас. И тому подобные вещи. Что за арбалет, кстати? Не, ну нормально, но у меня, конечно, получше. Во много раз, я бы сказал. Амулет чего? Амулет магии? Нормально. Я вообще бы на мага пошел, конечно, бы здесь лучше. Так, здесь что-то лежало еще помимо всего, нет? Показалось? Ладно, бог с ним. В принципе, здесь все. Я не понимаю, где кто где кует. Ничего тут не знайду. Где-то как будто здесь шахта наверху. Не шахта, а поселение. Ну, я понимаю, что здесь сын и волка находятся. Потому что кто здесь еще может быть? Так, что, пошли крысам навешаем. Что с них выпадает? Жир болотной крысы. Это мы забираем, конечно. Такое нам, конечно, нужно. Болотная травка здесь лежит. И это мы забираем. Напоминаю, что болотная трава нужна для изготовления курительных принадлежностей. Какой мне с этого прок? Мне с этого прок самый... Что ни на есть материальный. Там лежит молоток какой-то. Везде болотная трава, смотри-ка. То есть, в принципе, полазив по этим локациям, можно неплохо так разбогатеть. Болотную траву. Ты чё пускаешь? Все, надо... ты должен все собрать. Весь болотник должен быть в моих руках. Пять скелетов где-то. Здесь что-то лежит? Ага. Братишка. Так, а кроме этого? Ничего, да, вроде? Ну там точно ничего. Просто чисто, чисто такой закуток. Сколько тут болотника, ёлки-палки. Ну это надо все собирать. Если я сейчас это не прособираю, я про это забуду. А каждый... Каждое такое вот растенечко. Ну,
Может, я такое растенечко дает мне. Десять монет. Потенциально. Так, а где здесь? Да там, ну ладно, там я еще не дошел до туда. Потенциально. Эй. Эй. Давай, надо вот этих вот загасить. Они еще взрываются. Они еще взрываются, наносят мне дэмэдж. Это не есть хорошо. Да сколько здесь, ты посмотри, я не могу даже дальше этого отойти, потому что надо везде собирать. Ладно, сюда я еще вернусь. Это что за кузнечик? Болотный трутень, а. А выглядит как кузнечик. Здорово, брат. Ты где? Блин, их можно и с арбалета неплохо гасить. А то так у меня арбалет неплохого уровня. А я его не применяю по назначению, просто на спине висит. Опа. Корифан встает. Да ты обалдел, сколько мне урона нанес, ты шо? Совсем уже. Где твои корифаны? Давай, пускай идут сюда. Давай, вставай, вставай. Давай, давай, давай. Может, его с арбалета? Не, жалкий урон идет какой-то с арбалета. Там тоже что ли или чего? Это труп лежит? Да. Да сколько здесь этой травы, господи. Зачем я в эти болота вообще зашел? Я ж теперь пока не прособираю здесь все, я не смогу нормальной жизнью жить. Обалдеть, для их сколько идет. Вот и помер дед Максим. Ну и где здесь золотое блюдо было или какое-то? Вот, я только что шел. А, наверное, в домике. Факел тут лежит, я бы не советовал им пользоваться. Так, сейчас вот этих сосновок загасим.
Эй, давай драться. В рукопашку. Я знаю, что вы так сами по себе жесткие такие ребята. Почему постоянно он, инвентарь меняет местоположение? Я, допустим, хочу на зельях, чтобы он мне постоянно был. Зачем он мне на оружие постоянно перелистывает? Телекинез тут лежит, смотри-ка. И сундучок. Зелье каменной кожи. Why? Это что, мне? Перманентка? Обалдеть. Зелье каменной кожи, перманентка лежит такая офигенная. Неплохо. Ну это чисто... Чисто босяцкий подгон. Так, а тут я был, да, гасил этих козлин. Однозначно. Бывал в этом месте я. Наводил суету в свое время. Так, ну просто вспоминаем, что каждый кустик такой болотной травы это потенциально 10 монет. То есть, думаем только об этом, да? Думаем о том, что каждая вот эта монетка, каждая болотная трава дает мне шанс заработать. Пейн. Что ты так кривишь? Зъядłeś цитрынę? Czy to аж так dziwne, że człowiek próbuje przygotować swój spoczynek? Kim jesteś? Nazywam się Fein i jestem... No właśnie, kim jestem? Właściwie to niezbyt pamiętam, kim byłem za życia, ale to chyba nie ma teraz większego znaczenia. Co ty tutaj robisz? To chyba oczywiste. Próbuję opuścić swoje ciało, a przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteś martwy? Nie widać? Została ze mnie sterta kości, ale pomimo tego nie mogę w spokoju odejść do Królestwa Beliara. A teraz, jeśli jedyny powód, dla którego mnie niepokoisz, to cię... Czemu nie zachowujesz się jak inne szkielety? Wszystkie napotkane do tej pory natychmiast rzucały się na mnie z wyciągniętą bronią. Powiadasz? Jak widzisz, nie posiadam nawet broni. Poza tym, takie rzucanie się na nieznajomych nie leży w mojej naturze. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Ty? Pomóc truposzowi? Jakiś wioskowy chłopak, co to nawet o życiu niewiele wie? Nie rozśmieszaj mnie, bo... W takim razie powo... Dobrze, już dobrze. Poczekaj. Może rzeczywiście mógłbyś mi się na coś nadać. Powiedz mi, potrafisz mocno przywalić? Od czasu do czasu obiję gębę lub dwie. Powiadasz? No dobrze, nie będę oceniał książki po okładce. Pokaż mi, na co cię stać. Seriozno? Bez problemu. Именно ударить надо. Нет, не прокатывает. Это не помогает. Могłem się tego spodziewać. А я что, виноват, что ты бессмертный, что ли? Masz jakiś pomysł, co mogłoby ci pomóc?
Myślisz, że gdybym miał jakiś pomysł, to leżałbym w tym rowie? Oczywiście, że nie. Próbowałem już chyba wszystkiego. Ja wracam do mojego grobu. O... Ну, вообще, у меня есть идея, конечно. Сейчас покажу тебе ее. Вот, уничтожение зла. Ой, я же говорил. Башка работает. Ну, я знал, что уничтожение зла поможет, потому что это старый дедовский метод. Ну, его, конечно, хотелось бы потратить на какую-то там нежить крутую, но... Я, в принципе, нежить и сам завалю как-нибудь потихоньку. А вот квест выполнить... Это только за радость. И что, все, да, типа? Вечный покой. Ну, надеюсь, я правильно сделал. Как вы считаете, правильно я сделал то, что его убил? Ну, точнее, не убил, а отправил его на упокой, как он и просил. Ну, лично мое мнение, что правильно. Он сам этого искал. Опа. Здорово, проирок. Сколько тут зомбиков вот этих всяких. Как бы я офигевал, когда я хотел сюда идти еще поначалу. Я просто не представляю, сколько я себе нервов разберег. Кошка, может хватит мурлыкать? Котят зовет своих. Уже это начинает досаждать. Кулак воды, нифига себе. Это прикольная эта штучка. Можно тех, кто будет на выступе, сбивать капитально. Здорово, парни. Как дела у вас? Ничего тут не знайда. Ничего тут не знайда. Да, молодец, я знаю, тут знайда. Так, что-то особое тут есть? Для меня что-то есть, тут нету. Нифига тут нету. Молния. Вай, тут сундук какой-то лежит. Подозрительный тесак. Еще один.
старые монетки. Вот это вот интересно. Превращение варга, призыв скелета. Ну, в принципе, фигня. Ну, ладно. Эти можно будет потом размножить, если что, зато. Серебряный кубок. Еще же-то там есть? Вроде ничего, да? Что за мурлыки? Что за мурлыки там вот это сидят? Какой-то глуши ночью, лажу вот это вот, ищу что-то. А вот и нашел. Что это за пещера или что это? Так, отсюда же я пришел. Здесь есть что на уступчике, на этом нету? Вторая монета. Вот это вот за это спасибо. Могли ничего не положить, а вот положили. А кто это там? А что это там такое? Кто это впереди там стоит? Тролль, что ли? Ну да, это... Это либо тролль, либо еще кто-то. Кто это такой? Да, это болотный тролль. Ура, болотного... Ой, земляное алоэ. Тут сколько... Сколько тут ништяков, ребята? Напоминаю, земляное алоэ дает плюс одну защиту ко всем параметрам. Это еще вспоминаю то, что на минимум дает. Я не помню, что еще. То вроде просто защиту. А можно из нее сделать? Меч Куша. Обалдеть. Я даже и не увидел бы, если б здесь не пошел бы. Еще есть что-то тут такое? Типа меча Куша. Меч Клуши хотя бы есть. Блин, ночью, конечно, такое все удовольствие лазить. Могу некоторые места интересные просто пропустить. Ну как туда вот запрыгнуть? Есть идеи у вас? Я должен с горы туда спрыгнуть как-то. А что там вообще лежит? Главное, что там лежит царский щавель. Другое. Да что ты там пищишь? Другое, да, думать о другом нельзя, когда лежит царский щавель. Все, я его забрал. Я понимаю, так могу с болота свалить, правильно, сейчас? А что у меня за амулет стоит? Нифига себе тут. Меч Куши. Ловкости, да? Это печально, что ловкости. Я парень-то неловкий. Я
На силу заходил. Так, ну здесь я всех прошел, в принципе. Можно... Кто там стоит? А, трава просто, твоя дивизия. Вот так ходи, говорю, ночью. В этом доме есть кровать, нет? Я бы просто поспал до утра. Твою мать! Nic tu nie ma. Чё за приколы? Так, а чё это я это не добывал? А, у меня, наверное, кирки тогда не было на тот момент. Больше нифига нет. Ну хоть сундук я взломал. Топора одолел, да? Захожу, такой он там стоит. Главное сразу... И нет бы, да, чтобы поговорить с человеком. Сразу с топором своим накидывается. Я даже знать про него забыл, кто он такой есть. Я даже... Да даже не то, что знать, я о нем и не помню. Вон еще кто-то сидит у костра. Баба с мужиком. Hej, wędrowcze! Ciesz się z nami! Wino i dla ciebie mamy! Wybacz, mój drogi chyba przesadził z tą radością. I nie pij tego wina na... Jestem ta... Czekaj! Я знаю только одно, ребята, мы с вами больше не встретимся, поэтому вас лучше загасить. Jestem za... Ты занят, бедолага, да? В смысле, и нас больше не увеличит мое здоровье? Ты обалдел! Ладно, я тебе 100 монет подарю за такое, конечно, но это на самом деле грустно. Так, чё, поехали, меня отвезёшь к Рите. Поехали, поехали. Он долго идти. Сейчас до утра поспим. Подъём. Выноха. Ну что, пошли искать этого парня. Антонио этого. Ну, арбалет нам в помощь, на самом деле. Одлуж бронь! А, вот и Гонсало. Ну, здорово, Гонсало. То ты jesteś Антонио. Jakim Antonio? Na imię mi Gonzalo. Nazywasz się Gonzalo, a twoi starzy kumple przezywają cię Antonio. Kumple z drugiej roboty. Skąd ty do cholery? Nie jest ważne, skąd o tym wiem, ale co ty jeszcze możesz mi powiedzieć na ten temat? To stare dzieje. Dawno temu z tym skończyłem, rozumiesz? A tobie nie mam nic do powiedzenia. To prawda... Należałem do tej szajki porywaczy. Robiłem wiele rzeczy, o których wolałbym zapomnieć. Zajmowałem się transportem ludzi, których później dostarczaliśmy do przystani.
przystani? To takie miejsce, które jest schronieniem dla najgorszych szumowin na całej wyspie. Nigdy nie byłem w środku, ale dostatecznie dużo nasłuchałem się o tym, co tam się dzieje. Opowiedz mi więcej o tej szajce. Porywają ludzi, transportują ich do przystani. Tam robią z nich niewolników albo sprzedają ich gdzieś dalej na kontynencie. Nie wiem o tym wszystkim za wiele. Byłem jedynie zwykłym podwykonawcą. Gdy tam pracowałeś, nie rzucił ci się przypadkiem w oczy jakiś łysy facet o imieniu Jorn? Ludzie w przystani zamawiali głównie kobiety. Nazywali je towarem ekskluzywnym. Paru gości co prawda też się przewinęło, ale nie przypominam... Ale tak jak mówiłem, nie wiem zbyt wiele o całym przedsięwzięciu. Może ktoś w samej przystani mógłby powiedzieć ci coś więcej. Jak dotrzeć do tej przystani? Chyba nie mówisz poważnie, chłopie. Wręcz przeciwnie. Mówię całkiem poważnie. U cholery ci to wiedzieć. Życie ci niemiłe. Możliwe, że twoi dawni koledzy stoją za porwaniem mojego brata. A na ten moment nie mam żadnego innego tropu. Choćbym ci powiedział, jak trafić do przystani, w życiu nie zapamiętasz drogi. Jest długa, kręta i pełna niebezpieczeństw. A w dodatku nie wpuszczają tam każdego. Zaprowadź mnie do tej szajki. Nie mam zamiaru się stąd ruszać. Poza tym mam roboty od Rity. Jeśli nie zrobię jej jak należy, baba mnie stąd wyrzuci. A wtedy te banciory z łatwością mnie odnajdą i zakatrupią. Pomogę ci z tą robotą, jeśli zaprowadzisz mnie do przystani. Musisz cholernie kochać tego swojego brata, skoro nadstawiasz za niego karku. Miałem zapełnić te skrzynie winogronami, ale... Przy okazji te dwie skrzynki wina też możesz tam zanieść. Rita, zrób to, a pomyślimy co dalej. Właściwie to dlaczego przestałeś dla nich pracować? Przyznam, że to był całkiem niezły interes. Zlecenia były częste i dobrze płatne. Ale nie jestem przestępcą. Wiedziałem, że w tej robocie długo nie pociągnę. Zanim jednak odszedłem, dałem się złapać jak zwykły żółtodziób. Miałem porwać pewnego kupca, ale nie wiedziałem, że gość będzie miał ze sobą zbrojną obstawę. Dostałem pałką przez łeb i na parę tygodni trafiłem do pierna. Moi koledzy mnie wykupili, ale dopiero wtedy zaczęły się moje problemy. Oczywiście później zażyczyli sobie, żebym spłacił swój dług. Ale ja nie mam z czego go spłacać. Pracy na winnicy dostaję tyle, co kretoszczur wykopał. Te dranie zaczęły mnie nachodzić coraz częściej. I ostatecznie zgodziłem się, że będę im dostarczał towary z winnicy w zamian za odroczenie mojego długu. Gdybym tylko wiedział, że tak łatwo mi nie odpuszczą. Ile winogron muszę nazbierać? 10 kiści wystarczy. Gdzie dokładnie mam zanieść te skrzynie? Do magazynu. To ta ziemianka. Wystarczy, że je schowasz do większej skrzyni. A na pewno ktoś w końcu się nimi zajmie. Hej, ty! А что, мне надо их собирать будет или что? Я их уже все прособирал. Я не хочу больше этим заниматься. Второй раз это слишком жестко. Эй, ты! Эй! Овоцный... Так, а где эти ящики? Я думаю, они где-то в разном, правильно? Вот они. А где ящики с вином? Тут są. Co takiego? Бутылки, которые miałam policzyć, а których nie mogłam się doliczyć. Gdzie je znalazłeś?
leżały między krzakami, to pomyślałem, że zaniosę je w bezpieczne miejsce. To dziwne. Co takiego dwie pełne skrzynki wina mogły robić w krzakach? Pewnie ktoś urządził sobie niezłą zabawę. Pewnie tak. I chyba nawet wiem, kto taki. W każdym razie, dzięki za pomoc, kolego. Znacznie ułatwiłeś mi robotę. Ладно, пошли, я думаю. Ну, винограда у меня как бы есть. И без этого всего. Нифига себе, можно отдалять, как посмотри. Я об этом не знал. Ну, я принес все. Отлуж бронь. Видишь, то не было такое трудное. 10 штук, да, надо винограда. Зробiłem то, о co prosiłeś. Dzięki, chłopie. To się nazywa pomoc. Tylko się nie przyzwyczajaj, bo to jednorazowa przysługa. To jak? Zaprowadzisz mnie teraz do nich? Zaprowadzę, ale potrzebuję jeszcze 200 sztuk złota. Tyle mi brakuje do spłacenia ostatniej części. Bez tych pieniędzy nie mam co się tam pokazywać. No chyba, że marzę o dostaniu bełtem w łeb. Bierz to złoto i idziemy. W porządku? Wszystko się zgadza. Myślisz, że możemy już wyruszać? Wyruszymy wieczorem. Зазвичай. Вечером пойдем, да? Фу, хорошо. Я посплю до вечера. Что, пошли? Эй, ты. Мыслишь? Wydaje mi się, że ktoś powinien być na miejscu. Chodź za mną, ale miej oczy szeroko otwarte. Угу, хорошо. Как скажешь. Они его практически убили. Nic tu nie ma. Благо, я в этих местах был, знаю, что и как. У него осталось буквально хп на один удар, прикинь. И все, и пацан откинется.
Dobra. Jesteśmy na miejscu. Na wszelki wypadek schowaj się za tą skałą i nie hałasuj. Jeśli tu przyjdą i cię zobaczą, nie tylko ciebie zabiją, ale też i mnie. A tego bardzo bym chciał uniknąć. Czekaj, słyszysz? Ktoś idzie. Chowaj się! Wybacz, że przychodzę tak późno, ale chciałbym spłacić swój dług. Dług, powiadasz? Co? No, dług za to, że mnie wtedy uwolniliście. Nasza współpraca zakończyła się dość nerwowo, ale chciałbym poprawić nasze relacje. W geście dobrej woli oddaję wam całe pozostałe złoto, które byłem winien. Nie widzę nikogo z naszej starej ekipy. I zdaję mi też szmatę z twarzy, bo nie wiem, z kim gadam. Kim wy? Kim wy jesteście? Zamykamy ten interes. Cortez przestał być zadowolony z waszych usług. Wykończcie go. Zaraz, zaraz. Tu jest. A! Ładny strzał. Facet naprawdę myślał, że jeśli zapłaci, to od tak Cortez pozwoli mu odejść? Mówiłem wam, że to zwykła banda wieśniaków, którzy bawili się w porwania i szmuglowanie towarów z okolicznych farm. Wieśniacy czy nie wieśniacy, zrobił się bałagan, a teraz trzeba to wszystko posprzątać. To bierz łopatę i szoruj do roboty, poza tym ścierwojady muszą coś żreć. Nażrą się trupami zwierząt, które ubiłeś po drodze z przystani. Mówcie co chcecie, ale Cortez by tego nie pochwalał. Myślisz, że rozwalona łajba na końcu świata i garstka zbirów robią z ciebie króla? Myślę, że niepotrzebnie zostawiamy za sobą tyle śladów. To do nas niepodobne. To Cortez nie zobaczy, tego nie zaboli. Poza tym jesteśmy na naszych bagnach. Nikt tutaj nie zagląda. Szkoda mi czasu na niepotrzebne sprzątanie. Trzeba wiedzieć, kiedy można być po prostu wygodnym. Ludzie zdychają na lewo i prawo. Jeden w te czy w te nie zrobi nikomu żadnej różnicy. Wracamy. Ничего не понял, но очень интересно. Еще этот козел сдох. За просто так. Ну что, ребятки? Может, за руки возьмемся? А, там ничего страшного нету, там болото, я уже там, ну, не то что бывал, проходил просто. То хиба работа тих бандеров. Я какая-то, я уже, видишь, истощенные жилки, я уже тут бывал. Опа, Мишка, вот это вот интересно. Сейчас он мне жопу на британский флаг, конечно, надерет. Ну ладно. Погнали. Ну видел, одним выстрелом сколько мне снимает. Непростой парень на самом деле. Да и мы необычные ребята. Да, хорошо, что я прокачанный, слышь, сюда иду. Смотри, сколько у меня всего. Ай. Чё за тема? Чё за мощь? Начинается. Начинается моя нелюбимая территория. Я ж сюда, когда просто исследовал мир, не пошел. Хуба, иди в добрым керунку. Не пошел лишь потому, что здесь слишком вот это много всякого ненужного окружения.
Опа. Ящерицу они убили. Ладно, пошли дальше. Кто? Вау, повышение уровня. Что за паскуда? Достает, да? Что-то сильно меня повредили как-то. Это достаточно. Так, сейф. Пошли, аккуратно будем прорываться к ним. Просто хотя бы узнать место, где они располагаются. А там, если что, можно будет уже и походить, почистить тут все. Но не в этой пещере, так понимаю. Давай сделаем сохранение, чтобы, если что, главу новую не начать. Да хрен их знает. Proszę, proszę, a nie da, oddaliłeś da. Się zbytnio od... Все. Ну поняли, да, куда идти, если что? Туда мы идти не будем пока что. Да, мы идти не будем пока что, потому что нужно вот эти земли занять. Ну блин, как ты меня раздражаешь, когда вот это делаешь? Вот куда он идет? Это не, нельзя сбить эту анимацию, понимаешь? Куда он пойдет? Это что еще за глюк? Ну-ка, дай-ка я... Дай-ка я сохранюсь. Да, мне не дают. Мне не дают в меню выйти, прикинь. Не дают никуда выйти. Глянь, у меня не работает ничего. Ладно, пошли сюда, уж чушь. И здесь все сломано. Аля, не работает ничего. А где я сохранился до этого? В каком месте-то? Пипец, слышишь? Ладно, предлагаю на этом серию тогда завершить. Если что, там, надеюсь, раздуплюсь с этим совсем. Сейчас перезагрузим, попробуем. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.